вот этот вот срач, вот это висит в воздухе, это никакая не дымка, никакие не облака. Это самый натуральный дым. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Это вот Комсомольск на Амуре, проспект Интернациональный. Я тут пошел забирать от моих подписчиков кое-что из Владика, короче говоря, отправленное. Ну и это, чуть не задохнулся. И вот этот свинарник со вчерашнего вечера начался. Я еще вчера запах дыма почувствовал, ну как-то с балкона глянул, думал, может, что горит под окном. То есть, видите, полно снега, сопок там амурских вообще не видно. Даже вот драмтеатр едва виден, а с той стороны улицы уже дымки теряются. Вот на мою новую куртку, которая куплена 28 или 29, 29, наверное, декабря. То есть ей только 2 месяца, сыпется вот эта вот херня. Как ее называют-то? Ну, натуральная, натуральная зола сверху, с неба летит. То есть кто умудрился поджечь зимой лес, тайгу, чтобы она полыхала? Сколько солярки он истратил? И вообще, где у нас МЧС, прокуратура, блядь? Где все эти небожители гребаные кремлевские, которым похеру на все, что творится, да? То есть они только грабят эту территорию, они только вырубают нам трамвай, перерывают улицы, уничтожают парки. Ну, нихера, по сути, ну, такого еще не было. То есть тут путинизм просто все переплюнул, что мог. Чтоб зимой учудить пожары. Были, бляха, при позднем Ельцине в 98-м году пожары. Но это все-таки летом было, когда было лето засушливое, а тут вполне себе снежная зима, и все это вот сыпется. Вот такой вот вопрос хочется задать. Последний день зимы. Что за херня творится в Комсомольске, в его окрестностях? Ну и как бы вот видеосвидетельство. Все это. При этом, заметьте, я снимал буквально 2 дня назад. На 100 километров вокруг была идеальная видимость. Все прозрачно, красиво. То есть, ну что, на китайцев все валить? То есть это что, продолжение темы территории, опережающей деградации? Ладно, все, заканчиваю.